Не переходите железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Пользуйтесь специально оборудованными пешеходными переходами. Этим правилам учат с детства, и тем не менее некоторые граждане их нарушают. Пример – железнодорожная платформа Загорянская, у края которой видно невооруженным взглядом притоптанную тропинку. Видимо, так быстрее добраться до противоположных путей к уже уезжающей электричке. Быстрее, но не безопаснее. И, к сожалению, такие действия порой приводят к плачевным, необратимым последствиям. Жители поселка обратились к главе округа Андрею Булгакову с просьбой найти решение вопроса, чтобы оградить от опасности несознательных граждан, устроивших несанкционированный переход. Перебегают и дети, и взрослые. Решение есть. Установка бетонных ограждений от края платформы до оборудованного перехода. Вскоре это будет сделано. Подобные конструкции в этом году появятся также около станций Монина, Соколовская, платформы Воронок. В летний сезон в дачном поселке многие стараются пересесть с общественного транспорта на велосипед. Вот только оставить его около железнодорожной платформы негде. Жители обратились к руководителю муниципалитета с просьбой оборудовать велопарковки. Мы иногда доезжаем сюда на велосипеде, оставляем и на работу многие едут. У нас есть в парках, в Щелково мы делаем, в общественных пространствах, кстати говоря, и прокат делаем, самокаты. Но я понял, давайте пилот здесь сделаем на 10 мест. Обсудили с главой округа и вопросы общественного транспорта. С 18 июля в автобусах никакого наличного расчета. А если терминал не работает, то и проезд должен быть бесплатным. Андрей Булгаков проинформировал жителей о нововведениях и также обсудил с ними интересующие их вопросы. И у нас большая просьба сделать дополнительную остановку на пересечении Орджоникидзе и Ватутина. Там очень далеко приходится нам пожилым людям ходить, понимаете? А она востребована будет? Или... Да, я думаю, конечно, будет. Дополнительный остановочный пункт планируется оборудовать до конца октября. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.